Доброго утра! Ищу тут одежду Афоньке. Сейчас он будет в садик ехать. А я буду сейчас ему гладить вещи. 7 утра. Птички поют вовсю. Солнышко уже тоже проснулось. Вообще красота. У нас уже 10:30, и у меня сегодня пряничное настроение продолжается. Вот. И буду сейчас фоткать вот для брата и для сестры наборчик. Вот такой вот. Прянички упакованы, сфотографированы. Теперь надо звонить, чтобы их забирали. Обед готовлю тушеную капусту и гречку. Без мяса, в общем, сегодня у нас обед. Гречка, как всегда, в мультиварке. И тушу капусту просто с томатом, с морковкой, и с луком и с болгарским перчиком. Все, я уже почти дотушила капусту, то есть здесь все уже поженилось, пожарилось. Сейчас нужно добавить томат, и когда он выпарится, то уже все будет готово. Солю я в конце, и, наверное, еще даже сахар добавлю, потому что томат домашний, он такой кисленький. Вот, так что здесь у меня болгарский перец, лук, морковка и капуста. Вот теперь 5 минуточек еще, и буду добавлять уже томат. Сейчас опять у меня пряничное настроение. Я смотрю эти прыжки в воду. Слушайте, они прям вообще клевые. Как мне это нравится. Хоп! Здорово, да? Так, кольца с бриллиантом наконец-то становятся похожими на кольца. Дорисовала им бриллиантики. Сейчас все это подсохнет, и еще я продолжу, еще не доделала, не на всех кольцах есть бриллианты. Потом еще нужно оттонировать вот это вот все кандурином, все бриллиантики, чтобы они сверкали, и написать здесь инициалы и приклеить бантик. Все упаковать, это достаточно тоже много времени займет, даже сегодня, наверное, все не успею, буду завтра доделывать эти пряники мне на среду. Уже время вести Григория. И тебя на карате? А что ты футболку тогда не одел? А я без футболки спираю. Да? Ты без футболки справишься? Душа, ты помнишь? Не, Гриша сам, а я пойду пока сейчас пряники дорисовывать, а потом заберем. Все, Гриша сам. Почесал. Афонечка пришел из садика. Расскажи, сыночек. Маме я себя капустой. Да. Что ты делал на улице? Футбол играл. Футбол играл? Да. Делась там я сюда. Посмотри на меня. Ударил. Куда тебя Антон ударил? Сюда, сюда. А да? Вот сюда. И сюда уже? Да, вот. Таха тут гуля. Да? А вы в футбол играете? Здравствуйте. Привет, Дашель. Ну все, Антош, я поехала, хорошо? Еще занятие не прошло, еще полтора минуты ждать. Да? Да, давайте полтора минуты пройдите. Я выехала за Гришкой, сейчас смотрю на нашу хуторскую дорогу, вот ее прям за полем видно, и до сих пор стоит пыль, потому что я еду. Обычно я еду достаточно медленно, потому что из-за поворота, из-за подсолнуха можно не увидеть машину. И она с такой скоростью выскочила. Я думаю, блин, что если бы я была поближе, то вообще можно было и лобовое столкновение. Потому что что-то как-то чувак гнал очень. Сейчас смотрю, там такая пылища. Сейчас будет фотосессия в футболках. Получили сегодня. Это прям теперь футболки клуба, да? Ведмедь. Не, ну кто не заказывал, может? А где Гриша? А вон Гриша.
Ну, а я бы взяла какую-нибудь. А ты прям молодец! Класс! Слушай, точно, твоя 42-я на Ахмеда. Я говорю, еще я сыну отдам. А кто-то за... Не. 30-я, блин. А вы сядете? Че ляжете? Будет рычать на всех. Сейчас же поставят. А их столько высоких стало, да? Мы идем куда? Мы идем до Вована, да? Он на рыбалке. Что ж он там поймал, да? Поймал или не поймал? Сейчас пойдем узнаем. Риша в новой футболке. Покажи медведя. Медведь, а дальше? Сзади? Старомшестовская. Тут написали все-таки Кореновск. Не изменили, да? Ой, идем. Как хорошо, ветерок подул. Риш, прекрасно. Нет, прекрасно. Прекрасное небо. Да, сейчас я сливку тут сорву. Сливы это такие, как типа медовые, белые. Они очень вкусные вообще. А Даша куда? Морковка закончилась. Да в Пятерочке ничего, Пятерочка была закрыта. В Магните купили молоко, мяско чуть-чуть и... забыла еще что. Не надо разбываться, пойдем. Здравствуйте, Вова и Ксюша. Ой, как тут красиво. Здесь просто глянь, а здесь прям от заката небо еще красиво. Ну что, рыба, ни одной? Одна дурочка нашлась, да? Садись, садись. Нет, туда не надо. Сядь, садись тут с Ксюшей и все, и сиди. Афонь, что ты делаешь? Они все Марсика хотят понести, да? А, ты хочешь? На тень, да? Я ниже опускаю фонарик, видишь, голова больше, выше поднимаю, становится такой маленький-маленький Афонечка, видишь? А теперь вот такой большой. Покупки продуктов, сейчас быстро покажу, не только продуктов, Магнит, косметика, бумажные полотенца, 63 рубля были. Виноградик хорошо, клади там на стол. Так, зубную пасту Аквафреш детскую. Ластанки одноразовые, сержевые. Влажные салфетки для детей. Самый дешевый шампунь, из которого отличная пена получается. Да, два штуки. Потому что нашим детям, на самом деле, без разницы, что лить в ванну. Вот такой вот освежитель воздуха. Уж не знаю, какая у него свежесть, воздушная или нет. Ну, посмотрим. Себе взяла Dove в этот раз шампунь. Надеюсь, что не ошиблась. И бальзам ополаскивать, чтобы не было, как в прошлый раз. Да, вот из одной серии. Вот такой вот маску бабушки Агафьи за 89 рублей. Иногда беру какие-нибудь маски там за 3 копейки. Ну, мама, их подержишь минут 15. И круто. Сейчас, сынуль. Губки. Фрейкенбок мне нравится. Потому что они хотя бы не заходят в глаза. Так, фэри для мытья посуды уже как раз заканчивается. Так, надо взять. И взяла еще иногда... Для профилактики, что называется, шампунь «Чистая линия». Вот иногда мне нравится им мыть. Понюхай, понюхай. Из Магнита косметики, из покупок взяла мясо, знаете чего? Пахнет?
Так, какое мясо? Мясо, бедро цыпленка без кожи и без кости. Это мяско. Мясо будем готовить. Я яйца взяла, ясенское. Поддерживаем отечественного производителя. Дальше, что еще? 2 пакета молока и Барилла была по 55 рублей спагетти. Вот, в принципе, и все покупки. Не знаю еще. Свадебные пряники готовы. И осталось их только упаковать завтра. Я не знаю, видно ли, но я их кандурином покрыла, чтобы они переливались. Бриллиантики сами. Ну, сейчас, наверное, плохо будет видно.